Знаете, на самом деле очень радостно осознавать, что мы сегодня в этом зале все вместе. Вместе говорят легче и в горе, и в радости. И на каждом фестивале традиционно мы встречаем семью Василия Денисова. Приходит Людмила, его жена Дава. Приходит его дочь Анастасия, она сегодня была уже на сцене, вы ее видели. И приводит она с собой замечательную девчушку, имя у которой не менее замечательное, и я даже хочу сказать, сказочное имя – Василиса. Вы догадываетесь, почему так девочку назвали. И сейчас мне бы хотелось, чтобы Настя вышла уже не сама вручать подарки, мы бы хотели ее сами порадовать. Настя, мы ждем на сцене. Настя – постоянный участник нашего фестиваля, и ей с удовольствием хотим предоставить слово. Наверное, Настя, действительно есть что сказать сегодня. Счастливая, радостная. Да, спасибо большое всем, на самом деле, что вы собираетесь каждый год. Мне очень приятно видеть, что столько людей чтят память моего отца и вообще просто, что приходят сюда, узнают что-то новое, узнают новых друзей, узнают новых людей. Мне очень приятно это видеть, как дочери, наследница, и уже, конечно же, у меня есть дочь, которая продолжает род Денисовых, и не зря, я так думаю. Мне очень приятно это. Спасибо вам огромное.